Раннее утро 21 июля 1942 года. Рядом с синагогой собрали всех евреев Несвежского гетто. Кто-то из немцев выстрелил. Так началось первое в Восточной Европе восстание в гетто. Его возглавил Шалом Халявский. Шалом Халявский родился в 1914 году в Лиде. До начала Второй мировой войны работал учителем в еврейской школе сети Тарбут в Несвеже. Он был членом сионистской организации «Левого толка». Он работал с молодежью очень активно, ему безгранично верили, то есть у него большое было очень доверие. Но в 1939 году, когда пришли войска Красной Армии, запрещено было преподавание на иврите, и он создал такую подпольную школу и вместе со своими коллегами проводил дальше занятия. То есть к нему было отношение как к учителю, и поэтому, конечно, молодежь ему очень сильно доверяла. Евреев в Несвеж пригласили радивилы в 16 веке. Талантливые торговцы, ремесленники, врачи, учителя жили в центре города и исправно пополняли казну. В 1931 году в Несвеже проживало около 3300 евреев. Это более 44% населения. С началом Второй мировой это число выросло. Люди, спасая свои семьи, начали переходить польскую границу и оседать в западно-белорусских местечках. Немецкие захватчики оккупировали Несвеж 28 июня 1941 года. В первые же дни было создано гетто и введен новый порядок. Евреям нельзя было ходить по тротуарам, а по дороге было невозможно из-за машин и повозок. Люди передвигались по обочине и канавам. Как потом напишет в своей книге Шалом Халявский, евреи должны были носить на рукаве знак отличия – белую повязку шириной 8 сантиметров с нашитой на нее черной звездой Давида. За нарушение приказа расстреливали. Евреев поместили в очень небольшом, на небольшом пространстве, 150 на 250 метров. Там находились синагоги, там находился молитвенный дом. И вот их поместили, собственно, даже в места, где не было каких-то вот строений жилых. И вот действительно очень большое количество евреев было собрано вот на этой территории, вот между улицами Карла Липкнехта, Советская и 1 мая. Но это общая была такая политика немцев. Они делали гетто очень скученными для того, чтобы евреи быстрее умирали от эпидемий, болезней и так далее, от голода в том числе. То есть вот эти моменты были германским командованием предусмотрены. Сначала немцы забирали у евреев все деньги, что были. Узникам пришлось выкупать 200 заложников за различные товары и кожаные изделия. Затем цена выросла – 500 тысяч рублей и 2,5 килограмма золота. Все было исполнено. В октябре месяце 1941 года всех лиц еврейской национальности города Несвежа немцы собрали на Ратушной площади. Когда они туда пришли, то есть это, несмотря на то, что это были маленькие дети или новорожденные недавно, то ли это были старики, 585 человек немцы отобрали в Несвежское гетто, а остальных, которые были неугодны для немцев, то есть имели не ту, может, специальность, не ту профессию, которая была не полезна для немецкой расы, они были разделены на две группы и расстреляны. Это произошло 30 октября 1941 года. Расстрел провела 8-я рота 728-го пехотного полка вермахта. Участвовал в убийствах также 11-й литовский пехотный батальон 727-го пехотного полка. Одна из колонн двинулась в сторону парка Радзивиллов в Несвеже. В этой колонии было 1500-1600 человек приблизительно. И там уже был вырыт ров, то есть немцы готовились изначально, где-то около 50 метров, глубиной 3 метра. И людей просто заставляли снимать одежду, укладывали в ров и расстреливали. И вторая группа была отведена тоже вот на дорогу, и вот около дороги на снов 1200 человек тоже расстреляли. Очень многие люди не были убиты сразу, они умирали в мучениях, их потом засыпали. Вот эта двигающаяся земля, которую вспоминали многие очевидцы, которые даже присутствовали. Ну и потом, это же был октябрь месяц, потом, когда все это замерзло и потом растаяло, можно было даже
видеть вот в озерах вокруг Несвежского замка красную воду, она покраснела от крови. Так что вот это вот такие страшные моменты были связаны вот с этим расстрелом. Был создан Юденрат, еврейский совет. Это административный орган, который действовал в городах и местечках. В крупных населенных пунктах обычно выбирали 24 человека, в небольших – 12 человек. Обычно это были очень авторитетные люди, раввины или какие-то известные деятели. Вот. И их главная задача была беспрекословно передавать задачи немецкого командования местным жителям. Вот как раз пример Юденрата в Несвеже показывает, что во главе Юденрата был поставлен Вальдемар Магалиф. Это был варшавский адвокат, который бежал из Варшавы вот в Несвеж. Здесь он оказался. Он оказался самым таким авторитетным деятелем. Местные не хотели идти в Юденрат, боялись издевательств со стороны немцев. Большинство там были пришлыми из Польши, но немцы настаивали на присутствии несвежских евреев. Важный был, наверное, момент, о котором нужно сказать, что все-таки они пытались, чтобы несвежские евреи присутствовали в Юденрате, потому что они, ну, хорошо знали город. Вот, потому что ясно, что пришлые жители, они не знали так хорошо Несвежа, как местные люди. Магалиф, глава Юденрата, он организовал магазины обмена, куда можно было принести внутри вот этого гетто какие-то продукты или вещи и обменять на продукты. Были мастерские сапожников, были и швейные мастерские, были также и мастерские различных ремесленников. В гетто были те люди, которые были полезны для немцев. Сначала речь шла о попытке побега. Те, у кого были пожилые родители в гетто, не согласились. Было принято решение готовиться к восстанию. Возглавил его организацию Шалом Халявский. Халявский собрал всех своих вот товарищей в гетто, и он обратился к ним с речью, он об этом сам писал, о том, что нужно оказывать сопротивление. И они начали постепенно готовиться, то есть они готовились достаточно долго вот к восстанию, они собирали керосин, они собирали химические препараты, бутылки делали с зажигательной смесью, вооружались заточками, штыками. Был разработан план, что вот в середине вот гетто должен загореться сток сеном. Они специально сток подготовили, облили его керосином, то есть чтобы в случае необходимости он загорелся. Ну и вот, собственно говоря, вот подготовка велась достаточно долго. Если мы говорим, что само восстание произошло 21 июля, то уже вот с осени, может быть и раньше, 41 года шла подготовка к восстанию. В Несвежское гетто доносились слухи об акциях. Так немцы называли массовые убийства. Например, массовая казнь в городейском гетто. Туда приехали литовские полицаи и жестоким способом расправились с узниками. Они приказали людям живым людям лечь на дорогу и ездили по ним тяжелой военной техникой. Того, кто остался живым, они просто-напросто грузили в машины, вывозили во враг. И там просто-напросто дальше расстреливали этих людей. И можно сказать, вот этот слух, который пришел также в Несвежское наше гетто, приехали тоже литовские полицаи. Они пришли к Магалифу, сообщили о том, что вот такое произошло именно в городейском гетто. Магалиф собрал всю общину еврейскую около синагоги и сообщил вот о вот таком, можно сказать, страшном событии. Было ясно, если кто-то сбежит, то будет виновата вся община. Но сидеть и ждать смерти было еще хуже. Каждый готовился к восстанию, как мог. Девушки, которые работали в магистратуре, чистили оружие, они смогли разобрать по частям несколько пистолетов. И вот эти детали от этого пистолета они смогли принести в гетто. Смогли принести патроны, смогли разобрать и таким же способом перенести в гетто по частям пулемет, который установили, в принципе, на синагоге. Тем более каждый житель именно гетто должен был сам для себя позаботиться об каком-то холодном оружии, то есть создать возможность для сопротивления, когда вспыхнет вот это восстание. Доверия к Магалифу не было. Во-первых, он не местный. Во-вторых, риск, что он расскажет о готовящемся восстании, был слишком высок.
Альтернативой стал Арбайтенрат во главе с Шаломом Халявским. Они создали еще один орган. Это такой Арбайтенрат, это типа профсоюза что-то. И вот он там как раз возглавил этот профсоюз. Вот там остались ремесленники в основном. А вот он как раз возглавил такую альтернативную власть. Потому что очень важно было как бы объединить людей. Ну и кроме того, к тому времени он уже имел большой авторитет, и он был учителем, ему доверяли люди. И после того, как его учеников расстреляли де-факто, ведь он тоже, то есть получалось, что всю молодежь практически уничтожили. Он посвятил себя борьбе вот за то, чтобы выжили те оставшиеся, которые были в гетто. Захватчики отдали приказ собраться возле синагоги под предлогом того, что будут брать в лагеря молодое население. Евреи посчитали, что это сигнал к восстанию. Со стороны немцев была такая провокация, выстрел в сторону евреев. И вот, можно сказать, вот этот выстрел, он и послужил для того, чтобы евреи восстали против немецко-фашистских захватчиков. Они бросились в расцепную, начали брать свое холодное оружие, начали в немцев бросать вот эти бутылки с зажигательной смесью, конечно же, оружие достали. Ну и, конечно же, с крыши синагоги начал строчить пулемет. Из книги Давида Фарфеля «В Несвежском гетто и на Лебокских лесах». В таких условиях мы еще осмеливались верить, что, возможно, еще не все потеряно, и лелеяли тайную мечту, что, может быть, выберемся из этого ада. Нужно было иметь необычайное бесстрашие, чтобы верить, что кто-нибудь останется в живых, возможно, только для того, чтобы быть свидетелем и создать книгу для будущих поколений, книгу об этой ужасной трагедии, которая происходила с людьми в узких переулках, маленьких домах и тесных комнатах Несвежского гетто. Восстание продолжалось до позднего вечера. Погибли 40 немцев и 700 евреев. Выжили, по разным данным, от 25 до 28 евреев. Эти люди смогли спастись, они ушли в партизаны, ушли в Нелебокские леса. Немногие из них, именно из этого количества человек, смогли дожить до освобождения Беларуси и также до окончания Великой Отечественной войны. Некоторые только из них, вот как Шалом Халявский, Давид Фарфель, который, в принципе, написал свою книгу в Несвежском гетто и на Нелебокских лесах. Он написал ее изначально в 1995 году на иврите, ну а позже уже его сын Цви Фарфель перевел книгу отца с иврита на английский язык. Вместе с женой Давида Фарфеля они приезжали в наш Несвежский историко-краеведческий музей, и вот уже книгу на английском языке они подарили фонду нашего краеведческого музея. Из книги Давида Фарфеля «В Несвежском гетто и на Лебокских лесах». Вечером, когда стемнело, мы решили, что выйдем этой ночью. Проведя 5 дней без хлеба и воды, мы нашли в себе силы это сделать. Я вышел первым, и передо мной предстала картина, которая и пугала, и радовала. Большая часть города сгорела. Сердце радовалось тому разрушению, которое видели глаза. Мы не пошли, как скот, на бойню, мы стойко сопротивлялись, и убийцы понесли урон. В период, когда фашистские войска еще продолжали свое наступательное шествие на восток, кучка евреев отважилась поднять восстание. Мы были последние 5 евреев, которые покинули гетто. В тусклом свете рассвета 22 июля 1942 года тлели останки сгоревших зданий. Маленькие огоньки мерцали на пепелище гетто, как поминальные свечи по погибшим повстанцам. Часть убитых евреев немцы захоронили прямо на месте, а остальных в Альбянском лесу в 5 километрах от Несвежа и на Сновской дороге. Шалом Халявский не просто выжил. Сначала он боролся с нацистами, потом всю свою жизнь посвятил тому, что рассказывал о Холокосте. Он создает партизанский отряд, и вот до 44 года он находился в партизанском отряде. В 1948 году он выезжает на территорию Израиля, он едет в Израиль, и там он жил в кибуце, потом преподавал в университете, в еврейском университете в Тель-Авиве. И именно там, в 1977 году, он защитил диссертацию на степень доктора философии по истории. Он как раз защищал по Холокосту, по уничтожению евреев и по еврейскому сопротивлению на территории Западной Беларуси. Шалом Халявский прожил до 97 лет. Он оставил автобиографические книги, был одним из самых известных специалистов в области изучения Холокоста на территории Беларуси.